В городе Калаче-на-Дону встретили военнослужащих Росгвардии, участников специальной военной операции по защите Донбасса. Этого дня так ждали их родные и близкие. Бойцов встретили громко, с триколорами, шарами и символикой в поддержку российской армии. Вместе с родными и близкими бойцов встречали ветераны войск, сослуживцы, друзья, а также представители органов власти, общественных, ветеранских и молодежных организаций, а также простые граждане. За которыми Родина, наша милая Родина, здесь живем я и ты, здесь любовь и мечты, то поля и смородина. Родина, моя милая Родина, ты надежда моя. Живем я и ты, где любовь и мечты, до поля и смороз.